Вот самый быстрый рецепт. С недавних пор семья Семеновых полюбила макароны, а все потому, что блюда из них на электрической плитке готовятся быстрее многих других. Электрокомфорки поверх новой газовой плиты – так в этом доме живут многие семьи. Нагревается плита очень долго, готовятся продукты, все это очень долго варится. То есть электрическая плита, конечно, это большой минус для нас, учитывая то, что у нас двое детей. Мы постоянно готовим, постоянно подогреваем. Уже купили даже отдельные свечи печь. Ну, как бы ненадолго, чтобы быстро это. Потому что пока нагреется электрическая плита, там просто расходы неимоверные. Ну, очень хочется пирогов напечь, своих побаловать. Там дети приходят. Духовкой пользоваться не можем. Накручивается уже за электроэнергию. У нас было без плитки 100 киловатт, сейчас 200 и выше. Растет плата, квартплата за счет этого. Этот дом был введен в эксплуатацию еще в сентябре 2014-го. Как только новоселы поняли, что газом пользоваться они не имеют возможности, начали обращаться и писать во все инстанции. Начиная от газовщиков, заканчивая городскими властями. В Горгазе утверждают, то, что им управляющая компания не предоставила полный доступ во все квартиры, ссылаясь на жильцов. Несколько раз проводили, я сам лично обзванивал жильцов, проходился по ним, чтобы... как бы вовремя открыли им двери сотрудникам Горгаза. Сегодня на встречу с жителями пришел и представитель управляющей компании. По его информации, газ в доме появится тогда, когда газовщикам будет сдана техническая документация. Акт опрессовки действителен в течение полугода, но сегодня он уже устарел. В данный момент требуется проведение повторной опрессовки, получение вот этих разрешительных документов. После этого будут сданы документы в Горгаз, после этого... наши собственники, мы всех оповестим, пойдут заключать договора и проходить инструктаж. Без этих требований, к сожалению, газ не будет пущен. В соответствии с регламентом, еще до того, как документы будут оформлены, управляющая компания обязана обойти все квартиры. Те жильцы, кто уже успели избавиться от газовых плит, должны будут вернуть их на место. А также 100% собственников обязаны будут пройти инструктаж. Светлана Белова, Дмитрий Рыженко, эфир 24. Зажги поэтическую звезду на телеканале «Эфир».